В Иордании прошли похороны 6 пограничников, погибших во вторник в результате теракта. Заминированный автомобиль взлетел на воздух у входа в лагерь сирийских беженцев, где проживают 70 тысяч человек. Лагерь находится в приграничном Сирии районе Эр-Ракбан на северо-востоке королевства. Все погибшие и пострадавшие – военнослужащие. Иорданские власти назвали это нападение трусливым терактом, направленным против погранвойск. Эти люди не имеют ничего общего с исламом. Если бы они были верующими, они не творили бы все эти бесчинства, убийство людей, атаки смертников и все прочее. Да еще в период Рамадана, когда и кошку убить нельзя, не то что человека. Бог им судья, говорит отец одного из погибших пограничников. Предполагается, что террористы проникли на иорданскую территорию из Сирии. Король Иордании заявил о готовности самыми жесткими методами защищать свое государство. «Мы железной рукой будем останавливать тех, кто угрожает нашей безопасности и границам нашей страны», сказал Абдалла II через несколько часов после нападения. Монарха цитировал телеканал «Аль-Арабия».